Итак, находимся мы в обновленной лесной сказке с моим другом Даньяром. Вон он едет спереди. Трассы здесь обновленные. Появились новые ответвления и изменилась канатка. До этого канатка была, вот, грубо говоря, за тем хребетом, за тем холмом скорее. Теперь она вот основная. И появился еще вот такой парк маленький с трамплинами и препятствиями для детей, ну и для взрослых, в принципе, кто умеет кататься. И мы в этот раз осенью катаемся по новой лесной сказке.